Да, наконец состоялось долгожданное событие. Вышли с Жаськой пробежаться. Первый раз в лес. Сегодня пятница, 13 мая. Прошли все сроки после прививок. Попрыскались от клещей, от блох. Приняли массу мер безопасности. Вот, и я свою обычную дистанцию разбил на две части. Ну, где-то километров 6,5 получается у меня. Вот. Ну, может, около 7. Мы с малой пробежали трешечку. Маленький перерыв сделали на границе болота как раз. Вон там вдалеке видно болотце. Малая пробежала хорошо. Даже интуитивно она чувствует. Ух, запуталась в корне. Интуитивно чувствует, как надо бежать. Лес ее, конечно, потряс. Но самое интересное, когда добежали до границы вот этого болота, так называемое черепашье болото, здесь вот в этих кустах лежала небольшая молоденькая лань. Жаська все это дело увидела, рванула за оленем. Ну, конечно, олень убежал, но это было зрелище шикарное. Повезло, собака, тебе, конечно. Первый выход увидеть оленя настоящего дорогого стоит. Давай, набирайся сил, сейчас побежим обратно. Отлично. Давай. Дорога уже знакомая. Первый выбег, как-никак. Ну, темп немножко слабенький будет. Что же делать? А привыкну. Давай, малая, побежали. Вперед, вперед. Ну, вот так, глядишь, скоро меня будешь подтягивать. Бежим дальше, Манюня. Молодец, хорошо держишься. Молодец. Зайчика еще не встретили, но все впереди. Давай, давай, малая, молодец. Бросай, 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 бросай. Бутылка нам не нужна. Побежали. Давай, бежим. Вперед. Еще пару километров, и мы дома. Ну что, малая, пошли. Продолжим наше
съемки. Ты же будешь у нас кинозвездой теперь. Давай, показательное выступление. Поехали. Это мы так собаки набираем в ванночку, чтобы она нагрелась водичка и наша собака искупалась. Рано еще. Жася. Ну ты даешь, а? Я ж тебя пшикал специальной жидкостью.